Сегодня я хочу вам сказать все, что у меня накипело за то время, когда я была роблоксером. Во-первых, хочу сказать, что у меня в этом видео будет очень много матов. А во-вторых, эта девочка, которая написала мне эту парашу, ты чё, блядь, там совсем опидарила или чё? Недавно, а именно в четверг, мне написала какая-то баба. Привет, прими, пожалуйста, запрос, друзья, у меня такой-то уебанский ник, прими, пожалуйста, я тебе подарю подарок. Я написала ей сейчас, но в итоге я ее не приняла, потому что у меня просто не было места друзьям. И сегодня она мне пишет, блядь, чтоб ты сдохла там и миллиард матов. Я ей такая, типа, ты что, совсем опидарила, блядь? И пишу ей в ответ миллиард матов. Потом от меня начали массово отписываться люди. Хорошо, допустим. Я наткнулась на видео какой-то тупой девочки, которая через каждое слово пихала мат «опидарил» или «опидарила». И вот знаете, мне кажется, что опидарили не те люди, которых она засирала, а как раз-таки она сама опидарила, потому что нихуя себе, все бы ничего. Но я захожу в комментарии и вижу, что ей везде пишут «ха-ха-ха, опидарила, ты теперь наша новая легенда, ты воевала за нас». А ничего, что, блядь, воевала за вас я и легенда тоже я. Поэтому, девочка, если, блядь, ты это посмотришь, то ты реально хуйло ебучее. И воевала за вас и за всю эту страну я, но нихуя не ты. Ты не легенда. Легенда здесь только я. Поэтому пошла нахуй хуй лучше.